Вот вы собрались передо мной. Боитесь, дрожите, детей к груди прижимаете. По нашим землям прошел император Имгыр. Осадил каждую крепостицу отсюда до Синих гор. Рвет и кусает нас, как бешеный пес. Люди севера, вы стоите у обрыва. Короли предали вас, и вы обратились к богам. Но вы не молите. Не падаете на колени, посыпая голову пеплом. Нет, вы скулите, почему боги оставили нас. Пора вернуться на путь, с которого мы давно сошли. Было время, когда наш мир соприкоснулся с другим. Ученые зовут это сопряжением сфер. Волей богов силы зла проникли в наше обиталище. И в этой катастрофе родилась нечестивая сущность, что зовется магией. Но мы не запретили ее. Нет, мы изучали ее ради власти и могущества. А что же чудище у наших дверей? Подлые останки сопряжения! Тролли, трупоеды, волколаки. Воздели мы меч против них? Или возложили эту ношу на других? На тех, кто зовется ведьмаками. На заблудших детей, обученных во лжбе, чьи тела извращены богопротивными ритуалами. И они борются с чудовищами, хотя не отличают добра от зла. Искра человечности давно уже угасла в них. Да, с годами их все меньше. Но и поныне они бывают в наших краях, за деньги выполняя свою кровавую работу. Позоря нас самим своим существованием. Истерзанный войной север обливается кровью. Битвы есть удары бичей божьих, что очистят грехи наши. Вспомните об ужасах, терзающих наш мир извне. Дикая охота скачет по небесам каждое полнолуние. Темные эти всадники, вестники второго сопряжения, уводят наших детей в неведомые земли. Но можем ли мы обратиться вспять к свету? Хватит ли у нас сил изгнать чародеев и объединиться вокруг тепла вечного огня? Ночь — час меча и топора. В этой войне никто не поможет нам. Ночь — час безумия, час презрения.